Кто из нас не любит загородных пикников на природе? Шашлыки и прочие блюда, приготовленные на открытом воздухе, привлекают гурманов запахом легкого дымка. Но без правильно подобранного приспособления еду на природе не приготовить. Именно поэтому мы сегодня сделаем видеообзор наших мангалов, расскажем про самые последние новинки, которые очень удобны в своем использовании. Мангал занимает достаточно мало места на территории и является достаточно бюджетным вариантом для установки на даче. Более массивная система представляет собой уличный мангал. Я познакомлю вас с двумя нашими новинками, которые появились в этом сезоне. Обратите внимание, это не просто мангал, который вы можете брать с собой на шашлыки либо на дачу. Это самое настоящее оборудование для приготовления мяса на огне. Наши специалисты дополнили самый обычный мангал деревянной столешницей. Все это поместили в очень прочный и надежный металлический каркас, которому не страшна коррозия и не страшна деформация от высоких температур. А внизу мы разместили очень удобную поленницу для того, чтобы вы смогли все необходимое для готовки мяса сразу взять с собой. Наш мангал станет настоящим произведением искусства на вашем дачном участке. Мы добавили в него несколько неповторимых декоративных элементов. Приобретите его на зависть вашим соседям и друзьям. Конструкция очень удобная. Вы можете сам ящик для мангала легким движением руки вытащить и освободить его от сгоревших дров либо углей. И таким же легким движением руки установить его обратно. Весь наш ассортимент мангалов можно разделить на неразборные статичные модели, про которые я вам рассказывала ранее, и на разборные, которые очень удобно брать с собой на отдых, например, на пруд, на дачу, на пикник и вообще куда угодно. Модели отличаются между собой различной высотой, различными размерами, то есть вы можете подобрать необходимые изделия именно для вашей компании. Мангалы выполнены из прочного металла, которому не страшна коррозия и деформация от высоких температур. Некоторые наши разборные модели также дополнены очень удобными дровницами. Все изделия при разборке занимают очень мало места. Вам не составит никакого труда разобрать и собрать их, поместить в багажник вашего автомобиля и большой компании отправиться на пикник. Пора делать заказ на нашем сайте. Я уверена, что наступает жаркая пора шашлыков. Успей найти именно тот мангал, который понравится тебе. Если вы предпочитаете загородный отдых или проживаете в частном доме, то наверняка на приусадебном участке расположен садовый мангал. А если таковой имеется, то не лишним будет приобрести и дровницу. Подставка для дров позволит организовать правильным образом место заготовки поленьев на продолжительный период. Расположив дровницу рядом с мангалом, не нужно бегать каждый раз за новыми поленьями в специальное хранилище. Достаточно протянуть руку или сделать несколько шагов. Также преимуществом такого вида подставки для дров является то, что с ее помощью место рядом с мангалом будет аккуратно оформлено и не будет хаотично разбросанных поленьев. Дровница позволяет защитить заготовленные поленья от сырости и гниения. Продуманная конструкция изделия позволяет уложить дрова таким образом, что между ними будет постоянно циркулировать воздух, а значит будет осуществляться должным образом естественная вентиляция. Какие бывают дровницы? Поговорим об их видах. Бывают уличные, используемые на улице, как правило, рядом с мангалом, зоной барбекю или баней. Домашние, небольшие модели для размещения рядом с камином или печью. Переносные, удобные мобильные модели для перемещения в любое место в зависимости от необходимости. И стационарные, основательные модели под большое количество поленьев, используемых в качестве отопительного сырья в холодное время года. Дровница, изготовленная из металла, наиболее надежная и обладая наибольшей степенью нагрузки, значит способна выдержать большое количество дров.
В случае, если территория на участке не позволяет разместить сразу одновременно дровницу и мангал, то рекомендуется рассмотреть удобный и компактный вариант – кованый мангал с дровницей. Такое решение поможет сохранить свободное место и позволит не отказываться от функциональной подставки для дров. Кованая дровница для мангала выполняет сразу две функции – практическую и эстетическую. Дровница просто незаменима для организации места хранения дров, а также позволяет всегда иметь под рукой необходимое количество поленьев для розжига огня. А с эстетической точки зрения она станет настоящим украшением вашего дачного участка. Дачный сезон в самом разгаре, и помимо буйного роста культурных растений, которые вы заботливо высадили в начале лета, вас могут порадовать и предметы садового декора от магазина HitSad. HitSad.ru. Только здесь вы найдете все для дачи. У вас наверняка предусмотрена зона отдыха на участке, и независимо от того, что вы хотите в ней расположить, от скамейки до полноценной беседки, все это можно купить в HitSad.ru. Кованые скамейки из металла и дерева, детские стеклопластика, где в качестве опор или подлокотников выступают яркие сказочные существа, или бесконечные секционные скамейки и лавки – это лишь малая часть из того, что ждет вас на сайте. А если хотите сделать подарок отцу, мужу, коллеге или начальнику, то советуем вам посмотреть кованые мангалы. В наличии десятки вариантов – со съемными полочками, полностью разборные и, наоборот, стационарные мангалы, передвижные на колесах, даже мангалы-цветочницы. Все модели выполнены из цельнометаллических прутков и металлического профиля. Стенки мангального ящика 3 мм в толщину, а значит его не поведет и не покоробит от высокой температуры. Любителям медитации и искателям природной гармонии можем посоветовать красивые садовые фонтаны. Теперь ваши раздумья будут сопровождать успокаивающее журчание воды. Фонтан мобилен и неприхотлив. Установили на любую ровную поверхность, налили воды, подключили помпу. Готово. Ну и конечно, куда на даче без постоянного источника чистой воды? Десятки моделей садовых умывальников в виде колонн, статуй, имитации деревянных кадушек и стилизованных рукомойников. Умывальники подключаются к водопроводной сети, и после этого можно не только помыть овощи или руки, но и даже полить клумбу с цветами. Сделайте свой дачный сезон не только результативным по сбору урожая, но и эстетичным с помощью предметов садового декора от HitSad.ru. Как оформить заказ на сайте hitsad.ru? Все очень просто. Выбрав понравившийся товар, заходите в карточку и нажимайте на значок «Корзина». Не забывайте указать нужное количество. В новом окне в специальном поле введите фамилию, имя, отчество того, на кого оформляется доставка. Email для уведомлений о статусе заказа. Также телефон для связи с вами. И адрес доставки с указанием комментария. Жмите на кнопку «Оформить». Все готово. Ожидайте свой заказ.